Что касается наших стационаров, то на 28 число, на утро, свободный именно с поточной подачей кислорода в инфекционной больнице 62 места, пятая наша городская больница 49 мест, есть также свободные места и реанимационные как в инфекционной, так и в пятой городской больнице. Хочется отметить, на выходных очень много было постов, что заканчиваются реанимационные именно места в больницах. Главное, вы знаете, что городская власть подготовилась к еще одной волне ковида, и проводились и ремонтные работы, и недавно открылось отделение в Валиковском корпусе, в котором проведено 150 точек поточной подачи кислорода. Мы знаем, открылось отделение на Лидерсовском бульваре. И сегодня для реанимационной койки у нас есть поточная подача кислорода, есть ИВЛы, поэтому на сегодняшний день реанимационных именно мест хватает. Но чтобы не доводить до того, чтобы нужны были нам реанимационные места, чтобы надо было вторую очередь открывать наших больниц, а я напомню, во второй очереди наших больниц для ковида это первая, десятая, восьмая больница, в которых тоже дополнительные проведены точки для кислорода, необходимо вакцинироваться.